Доброго вечора, і хай все, що ви задумали, якщо ви задумали добрі справи, завжди виходить і все у вас буде добре. Містяни ще пам'ятають старий дитячий світ. Багато хто пам'ятає оптовий ринок у самому центрі міста. Ну, це було зовсім нещодавно. Втім, мало хто з дніпрян, може, знає, що на території сучасного стадіону «Дніпро-Арена» колись було велике міське кладовище. І мало хто, небагато хто скаже, що, наприклад, на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе в районі Розвилки, коли ще на початку 80-х років ховали людей. Втім, у Дніпрі є люди, які намагаються знайти ті речі, які мало хто пам'ятає, і вони доносять до нас, згадують, знаходяться і показують нам, яким це цікаво. Наприклад, іподром, що в районі проспекту Поля колись був іподром. І сьогодні один з таких містян, які цікавляться історією Дніпра, у нас в гостях – це дніпровський блогер, дослідник історії міста Артем Костюк. Артеме, доброго вечора. Привітаю вас. Ви багато вивчаєте історію міста. Є у вас знахідки, показуєте. Чим вам цікава ось історія міста? Що старого Дніпра? Чому вона вас цікавить? Ну, от якраз старого Дніпра, як ви виразились, у нас практично не осталось. І от історія в фотографіях, от в основному іменно в фотографіях я вивчаю історію міста. Как раз вот с помощью них можно увидеть, какой город был до войны, какой город становился после войны, потому что как раз вот война, наверное, это все-таки... Друга святого. Да, друга святого война. Это все-таки такой период, когда разорвал, на самом деле, вот старый город, тот, который был раньше, и тот, который сейчас, это два совершенно разных города. Это практически разная планировка. Это большинство зданий, которые были до войны, их сегодня не существует. То есть только старые фотографии могут показать то, каким город был. Якщо... Вот эту вот романтику старого города. Вот сейчас... атмосферу этого старого. Да, к сожалению, сейчас этого очень мало осталось. Только в некоторых старых районах в центре, и то, если очень хорошо искать. То еще там профессиональные историки, там давние историки, они выучают какие-то археологические знахідки, там какие-то там домовины находят, там будівлі. Хтось більше там пізні історики, які вже з'явилися по цивниці, вони вивчають там рукописи, читають якісь там книги, які були, то ви... Основным вашим джерелом є ось старі фотографії. Я изучаю следы, я изучаю какие-то детали. И вот как раз вот старые фотографии, они лучше всего и объясняют вот эти вот вопросы, которые у меня возникают, изучая детали городские, если вот когда я прогуливаюсь. То есть, почему, например, если вы обратили внимание, вот, к примеру, деталь, мост на Мерехов-Херсонский остров. Да, ну, через Монастырский остров, который проходит. Он, обратите внимание на его опоры, они немножко не такие, как... Там туди до Левого берега. Ну, нет, это именно мост пешеходный, я имею в виду. То есть там видно... А пешеходный, не залезничный, а пешеходный. Да, сам мост начали строить еще в 10-х годах 20-го века. Вот, а построили его уже в 50-х годах. И видно, что нижняя часть опор, она отличается... Ну, больше такая, она больше давняя, да. И вот мне интересно было, почему. И я начал вот копать, рыть. То есть вот таким образом и с помощью фотографий я узнал, что, оказывается, этот мост должен был быть съездом, трамвайным съездом с Мерехов-Херсонского моста, который изначально должен был быть в том числе и трамвайный. Ну, а навище тоді? Там была промзона, навище тоді? Там було до революції якісь спори, якісь об'єкти, які потребували трамвайного. Плани, на самом деле, інформації об этом мало, вот только вот первые самые такие упоминания, когда начинали строить мост. То есть нет ни визуализации, ни смысла, ну, непонятно. То есть, ну, Мерехов-Херсонський міст, якщо я правильно читав, його хотіли, щоб він був ще і автомобільним. Але там необхідно було якось багато зривати землі. Не совсем, він должен був бути железнодорожний і трамвайний. Вот. І
полностью металлический. Но когда уже судоходный трафік на Дніпрі почав увеличуватися. Тобто він мав бути понижче? Ні, да, потрібно було повністю міняти конструкцію і від трамвайної частини відмовилися. Ну і як мост на пішохідний Монастирський острів, він якби залишився таким, вірніше, опори, найнижчі частини опори стали напоминанням о тих старих проєктах, яких, опять же, мало хто знає. Коли ви вивчаєте, знайомитеся з фотографіями, ось за період, який ви вивчали, ви що, які ваші саме такі найцікавіші відкриття, як, наприклад, у шліма на Трою? Ось такі цікаві для міста знахідки. Тобто знайшли те, про що ніхто не знав і не думав, що тут таке могло бути, або щось багато років шукав і не знаходив. Мене дуже сильно цікавить взагалі історія трамвая в Дніпрі. И вот как раз на старых фотографиях мы можем увидеть подтверждение каких-то наличия каких-то закрытых трамвайных линий. Например, мало кто знает, что была трамвайная линия возле исторического музея. То есть раньше... Ну, она и зараз там есть. Нет, ну это кольцо вокруг площади. Раньше она так прямо шла? Раньше она замыкалась полностью по кругу. То есть это был задел под линию на подстанцию. То есть это была как бы конечная трамвая первая, но ее так и не продолжили. До подстанции так и не сделали. То есть это трамвай ездил мимо исторического музея по однопутной колее, и есть несколько фотографий, это, кстати, редкость тоже большая, которые подтверждают, что там была трамвайная линия. Ну, кроме этого, есть еще, конечно, источники. Это какие роки были? Ее построили в 35-м, примерно, году, в 34-35-м. Ну, после войны ее разрушили. Ну, ждали, туда была степ, там не особливо было забудовано, что-то по проспекту Гагарина, на станцию. Эта ветка была, ну, чисто, чтобы мог трамвай развернуться, который следует с подстанции. А правда, що, ну, коли там будували набережну, Мільман її будував там, по набережній ходив поїзд. Ну, це багато хто знає. Але поїзд, ви знаходили, що він їздив і по проспекту Гагаріна, також там курсував поїзд. Не трамвай, а поїзд. Було таке? На самом деле, да, я узнав, що і по вулиці Горького раніше ходив поїзд. Тобто, раніше на елеватор, линия, которая сейчас существует, она идет по набережной. Там раньше. И зараз поезды какие-то ходят. Да, но раньше она шла мимо проспекта, пересекая проспект, мимо озерки. То есть, на самом деле, очень много интересного. Как раз, опять же, на фотографиях, на каких-то аэрофотоснимках. То есть, все нам могут рассказать в большей степени именно фотографии. Іподром. Ви, я знаю, єдиний, хто знайшов іподром. Його, всі про нього знали, всі про нього чули. Десь був іподром, а ви його знайшли. Як ви знайшли, де ви знайшли іподром? На аерофотоснімках, причому я знайшов їх там навіть два. Вони знаходилися зовсім рядом. Один знаходився ближче к розвилці. Потім... Там, де і кладовище було? Чи кладовище ще таке? Чуть-чуть рядом. Не на самому кладовищі, а рядом з кладовищем був самий перший іподром. Там, де сосенки. Ну, я так понимаю, что он не был обустроен капитально, то есть это была просто такая как бы вытоптанная, скажем так, беговая дорожка. Ну, в ті часи це не було таке місто, як зараз. Це був, ну, заміська територія, місто десь закінчувалося у тупику 4-го трамваю. Там церква була, а далі там був звичайний степ. Це вже був загород, да. По суті, це було вже за городом. Як довго він там проіснував і чи де був другий іподром? Ось один там, ну, в районі там Славутича десь. Наскільки я пам'ятаю, що перший іподром був, построили його в початку 20-го віка. Він просуществував приблизно до війни. Першої світової чи Другої світової? Другої світової. І потім вже второй построили буквально в кілометрі від нього, чуть вище по проспекту, якраз напроти 16-й больниці, теж був второй іподром. Вони, насправді, совершенно нічим не відрізнялися візуально. Просто я дуже сильно удивився, коли побачив аерофотоснімок, що, виявляється, до війни іподром знаходився немножко не в тому місці, о якому всі знають. Ну, зараз добре, там два кінозали будують в одному торгівельному центрі, тому що туди ходять люди, є потреба. Але іподром будувати... Це два різних іподроми, просто був один до війни, потім ніхто не використовувався, він зарос, і потім вирішили зробити просто по каким-то причинам. Тобто вже при радянській владі це не... Чуть-чуть далі, і він просуществував теж приблизно до середини 60-х, і почали вже застраювати той район хрущовками. І зараз не залишилось практично слідів, ну, може бути, якісь пару кирпичей, якщо дуже-дуже добре шукати, але слідів того старого іподрома не було. Ну, наскільки я знаю, там вже він був більш капітальний, там вже були якісь капітальні будівлі, трибуни. То есть, что-то должно быть, но это нужно просто очень хорошо искать. Де ви берете ось ці джерела? Аерофотознімки, фотографії, де ви їх знаходите?
в інтернеті вам хтось приносить? Ну, поначалу я почав цим займатися приблизно з 2015-2016 року. Поначалу у мене, звісно, не було такого кількості інформації, скільки зараз. Тобто я усердно шукав інформацію на форумах, усердно шукав на аукціонах. Потім вже потихоньку почав знайомитися з людьми, яким теж подобається ця тематика. То есть у меня все больше начало появляться таких коллег, скажем так, по интересам. У меня больше начало появляться подписчиков, которые мне слали фотографии. Кстати, Александр, мы с вами и познакомились. Да, таким образом вы мне предоставили совершенно уникальный материал, на самом деле. Благодарность вам большая. Я посвятил Приднепровску, кстати, три поста. Вот это все благодаря вам. И потом они створили про музей свой, больше они сторинку на Фейсбуке створили. Я, по сути, первый, кто более-менее Приднепровск писал в большом таком посте, большом материале. То есть там очень редкие фотографии. И мне, опять же, вот я, когда ищу фотографии, на самом деле, и на тот момент, когда я только начинал, снимков города было очень много, но мне интересны снимки, на которых есть хоть какая-то информация. То есть мне... Ну, что такая информация написана? Вот это такое, как... Что за информация на снимке? Ну, вот, например, та же трамвайная линия, которая возле музея. То есть есть две фотографии, которые сняты, допустим, с одного и того же ракурса. Но одна снята в 60-х годах, одна в 30-х. То есть практически ничем не отличаются, но только на одной есть трамвайная линия. Вот эта мне фотография будет интересна. А там мне практически не несет никакой исторической ценности и информационной. То есть мне нужны не просто красивые виды города, понимаете, не насладиться тем, как, например, город раньше красиво выглядел. Мне нужно, чтобы фотография мне о чем-то говорила, мне нужны какие-то детали. Например, автомобиль, который едет по... стоит, например, на мосту у парку Глоби через озеро, который перекинутый автомобиль. Колись це була... Это была улица Новая, Новая или... Не, Новая вона потім стала, чи вона коли була, це була автомобільна вулиця, тобто повноцінна вулиця, яка з'єднувала вулицю от тоді Комсомольську і проспект. Проспектом Карла Маркса на той час. Да. Потім вона була з Щербицького без там прив'язки. Ну, потім її зробили пішохідною, тобто, да, тобто там їздили повноцінні машини. Вот раз ви правильно сказали, що от фотографія, де є машина, видно, що вона була раніше з автомобільним рухом. То есть мало кто об этом знал, и нам об этом опять же сказала фотография, не текст какие-то, не. То есть я на самом деле не в основном изучаю историю именно по фотографиям, не по текстам, не по книгам, а именно по таким вещам. Они намного более, их, эту информацию легче намного воспринимать и соответственно, подавать людям. Но большинство информации, которую вы находите, она сосредоточена в центре города, или есть информация, которая там по околицах города, не на середине города, а... Мне, например, очень нравится, и почему-то это редкость, это строительство спальных районов. Не знаю почему, но, наверное, из-за того, что я сам вырос в спальном районе, но, казалось бы, эти мрачные и неинтересные панельки, девятиэтажки, я почему-то в восторге, когда вижу, когда там строится, например, Победа. Ну, если нещодавно выкладывали на Фейсбуке фотографию озера с карьеру на Червоному камені, там, где один или два будинки, я ее выкладывал, есть группа у Фейсбуке, там Червоний камень, мешканці з Червоного каменю, она набрала больше 100 лайков, то есть группа не велика. И у меня еще набрала 100, то есть она уже... Там еще были старые фотографии того самого Червоного каменю уже с будинками, они также очень популярны. То есть среди людей, місцян, это старые фотографии, где они живут, в новом, они популярны. В большей степени как раз для жителей того же Красного Камня, им это намного более интересно. Хотя я сам Топольской, но мне интересно тоже и посмотреть, как строился тот же Красный Камень. Хотя я бывал там, в общем-то, не часто. Где можно днепрянам, користувачам интернету с вашими работами, ну, с результатами ваших исследований, знахідок, познайомитися, где их можно найти, поюзать и подивитися? Ну вот за эти 3 или 4 года я создал как раз вот 3 исторических проекта, где публикую, в общем-то, свои наблюдения. Это мой блог. Который на Фейсбуке? Нет, это мой именно блог, это artkosti.com, то есть, да, это отдельный домен. Там я в основном пишу такие большие громоздкие статьи, где идет большое количество фотографий. У меня там уже выработан определенный стиль написания текста, то есть я сильно не гружу людей текстом.
Потому что понимаю, что люди не сильно любят читать, люди больше любят смотреть. То есть я... Да, подивитися и коротенько. Да, я в основном, вот, посмотрите, описал вкратце, что я вижу, какие детали я вижу на фотографиях, то есть каким-то образом заинтересовал. Вот в основном блок у меня сейчас... Адреса рассчитан. Блока. Артостюк.com. Вы можете найти и меня, и в Гугле, просто набрав Артем Костюк. Еще я які... И с недавних пор, с февраля месяца, я начал вести телеграм-канал. То есть это такой более простой, более быстрый формат. Я просто, например, еду в транспорте, увидел что-то интересное, и я запостил с небольшим описанием. То есть один раз в день я стараюсь сделать какой-то пост интересный. Опять же, не просто фотография, например, ЦУМа там, 50-х годов. Я ищу снимки, где, говорю, есть какая-то деталь, какая-то информация, что-то интересное, что нам может рассказать. Є така програма, називається «Куст. Культурна столиця». Вона проводиться за допомогою міської ради. Ви там брали участь, ви перемагали ваші проекти. Як ви ось у культурній столиці задіяні, у цій програмі «Куст задіяні», що ви там робите, да, які там є результати? Культурна столиця, огромна благодарність, я участвував в конкурсе грантов и получил грант на открытие и развитие и поддержку своего третьего проекта, уже Old Maps DPUA. Это сайт, который полностью посвящен картам, аэрофотоснимкам, спутниковым снимкам города. И я сейчас пока что охватываю ими в основном город, несколько пригородов, но не более, потому что информации уже по городу довольно-таки много, и мне нужно как бы осилить все это, привязать все это. И там не просто мы можем ознакомиться и посмотреть на карту, мы это все делаем в интерактивном формате. Я синхронизировал современный и старый снимок, то есть мы можем просто выбирать. Як це синхронизировано? Тобто є старий, наприклад, ви фотографії збираєте, наприклад, там Другої світової війни, яку німці і радянські війська робили з... Да, это аэрофотоснимки Люфтваффе, которые... Тобто це німецькі знімки? Німецькі знімки, да, они в отличном качестве, в огромном количестве. И вот культурная столица помогла мне приобрести их в Национальном архиве Америки. Тобто це трофейні? Это трофейные снимки, да. У американцев в архиве они сейчас находятся, и они в свободном доступе, в общем-то, можно их купить, и это не секрет, они стоят один снимок в районе $20. Тобто один снимок можно купить за 20? Да, и благодаря культурной столице я купил на данный момент 28 снимков, и остальная часть денег у меня... 28 – это 1700 долларов. Да, и ще хтось помогає, чи культурна столиця, і часть денег мне ушло на поддержку проекта, то есть это хостинг, и потому что этот весь материал занимает очень много места. Ну и со временем у меня уже начали появляться пользователи, и среди них начали появляться меценаты, которые сами покупали. Тобто, які цікавляться історією міста, і вони готові там щось купити. Сами покупають себе эти снимки в свою коллекцию и предоставляют их мне для привязки. И таким образом у меня сейчас, кроме этих 28 снимков, которые я приобрел на средства культурной столицы, у меня еще появилось как минимум еще сейчас, по-моему, 18 или 20. Какие додатково? Те, которые мне уже предоставили меценат. Вивчають ці аэрофотознімки, яка там деталізація, які там райони, там все місто, частина, центр, там, наприклад, колишній там майбутній червоний камінь, майбутня перемога, які міські локації потрапили у ці знімки? Ну, от я делаю этот проект совместно с Сергеем Чагвинцевым, он как раз занимается отбором аэрофотоснімків. То есть мы вдвоем, он как бы фанат этого дела, он больше разбирается, он знает, как это все отобрать правильно, потому что там не так просто пришел, увидел, купил. То есть там довольно-таки сложная система отбора. И вот он консультирует меня в подборе материала. И ну, мы старались подобрать материал так, чтобы полностью покрыть весь город. Ну, например, там есть какая-то часть покрывает часть города, какой-то слой покрывает центр города, какой-то слой покрывает, например, левый берег, какой-то слой. Вот, есть слой, который покрывает весь город, например. То есть один в зависимости снимок, от того, как летел самолет. В основном они летали над центром, то есть те, которые уже пригороды, и немцы, видимо, интересовали меньше. И поэтому снимков за пределами центра намного меньше. Но немцы снимали до захопления места, чи там
куди їм стріляти, орієнтувалися, чи вже знімали, коли захопили? Ну, 6 апреля 1941 року, це самий ранній німецький аерофотоснімок, який я привязав. 41-й рік? А як вже вони сюди долітали? За 2 місяці до початку війни німці вже літали і фотографували город, причому дуже хороша деталізація, і ми якраз от можемо бачити город до війни, то, що я говорив в початку, то, яким він був, в общем-то, тоді той старий город. Целенький, совсем с другой планировкой. Ну, як, наприклад, у центрі відрізнялося від сучасного планування? Що там було? Дуже сильно відрізнялося, наприклад, в центрі. Ну, в центрі там більше. Наприклад, не було кварталу. Інституту Чермету. Там була велика площа, була церква і велика площа, правильно? Ну, самое яркое, например, что мне сейчас пришло, это вот район вокзала. То есть улицы Курчатова не было. Там вокзальная площадь полностью совсем отличается от того, что сейчас старый там, вокзал. Там далее кладовище, да, было? Старый... Ну, улица Курчатова, она шла, так, там кладовище было, где памятник живых и мертвых. Да, памяти примирения, там было кладбище, и потом впоследствии немецкое, итальянское кладбище. І... Ну, а проспект Нігояна теперішній, він був такий великий проспект, тому що там була церква. Там теж, кстати, ходив трамвай. Ну, сейчас его там нет, и мало кто знает, может быть, что там ходил трамвай. И на большом количестве фотографий и видеохроники мы видим, что там действительно ходил трамвай, в том числе и на аэрофотоснимках. Очень хорошая детализация, видно трамвайную колею. Тот же вокзал, я же говорю, что старое здание находилось на месте, где сегодня примерно 5-й путь нового вокзала. То есть там полностью все. Тобто теперішнього вокзалу не було, він був туди далі. Туди, до речі, ще Микола II приїжджав і так. Да, да, старий вокзал, я ж говорю, що ви можете просто попасти на вторую, третю платформу. Старе здання вокзалу знаходилось на тому місці. Тобто намного далі, скільки метрів, 40-50, ніж відносительно нового. А більш пізні, вже 50-ті, 60-ті роки, ну, у радянської влади були супутники, були літаки, і вони і опять же, свою фото. Вообще, вот, кстати, оговорочку сделаю. Большинство матеріалу 40-х годов, не большинство, а весь. Можно сказать, фотографии, те же аэрофотоснимки. Нет ничего советского, все иностранное, все с иностранных архивов. То есть это все оцифровывается там, это все немецкие фотографии, немецких солдат, альбомы, это все хранится. Но есть целый такой великий, дорогой альбом Днепропетровск під час оккупации. Там и это кольорові фотографии, да. Есть зверху. У меня есть этот альбом, я понял, о чем вы говорите, и это все... с немецких архивов. То есть у нас, сколько я сталкивался с подобной информацией, вы понимаете, что я уже довольно-таки много информации видел. Там, дома нет ничего. Оно где-то, может быть, лежит в архивах, но у нас почему-то это все... А воно може бути у нас в архівах, щоб їх домагатися? Там, зрозуміло, у Москві десь там вони... Ну, може бути, можна пойти і запросити, і самим це все сканувати. Наскільки я знаю, от городський архів, приходи зі своїм сканером і сканируй, що хочеш. То есть, ну, тут ограничений нет. Тут даже не нужно иметь никакой доступ. То есть ты имеешь право. На 50-ті, 60-ті роки супутникові знімки радянська робила щось? Нет, есть только, опять же, американские шпионские 65-го, 61-го. А коли ви наклали там центр міста, там Перемога, Червоний камінь, де отак можна було посунути, там зникала коса, зникав Червоний камінь, там було... Это 65-й год. Это, кстати, легендарный снимок. По сути, может быть, даже когда он попал мне ко мне в руки, я тогда написал большую статью, вот как вы говорите, с интерактивом, двигая ползунок. Эта статья вызвала просто огромный ажиотаж, и это стало стимулом вообще вести исторический блог. И это был американский шпионский спутниковый снимок, просто идеальной детализацией. Там, да, там детализация. Там видно завод UMZ просто в деталях. Видно, ну, людей, конечно, не видно, но трамвайную колею отчетливо видно, машины отчетливо видно, трамваи отчетливо видно. То есть, представляете, это спутниковый снимок, это даже не аэро. Это спутниковый снимок. И он был шпионский, их рассекретили конкретно этот 65-го года, его рассекретили в 2002 году. У меня есть еще 68-го года, у меня есть еще 62-го. Это тоже доводилось купувати, чи вони їх розсекречують і викладають? Тут і в случае со спутниковими снимками нужно заплатить за оцифровку один раз в районе $30, ну плюс-минус там еще какие-то налоги. Но если я его покупаю, в дальнейшем этот снимок уже в свободном доступе, его может любой скачать. То есть кто-то до меня его купил, я просто скачал, он мне достался бесплатно. Ну единственное, что нужно указывать источник.
Добре, там аерофотознімки, там супутникові знімки, десь там радянщина поховала, ну, заховала, бо взагалі не робила. Містяни активно фотографували, робили фотографії свого міста. 50-ті, 60-ті роки, там парк Глоби, вони це цими фотографіями використовуєтеся, як джерело ви їх використовуєте? Звісно, саме, от, мабуть, перші фотографії почали з'являтися в місті якраз в 50-х. И тогда сами понимаете, что фотоаппарат это была роскошь, и этих снимков на самом деле очень мало. И даже если они не имеют никакой для меня информационной ценности, они имеют в любом случае историческую ценность. Почему? Потому что в 50-х город как раз вот отстраивался после войны. То есть в 50-х рождался тот город, который мы видим сегодня. Рождались те здания на проспекте, которые сегодня выглядят уже старыми, а на этих снимках они новострои, либо только строятся. Вот в этом огромный интерес. И снимков 50-х очень мало, и сейчас они потихоньку появляются. Опять же, я, там, другие коллеги, там, тот же Александр Волок. Він зараз еще фиксует те місця, які ще зберігалися. Мы как бы таким образом стимулируем людей открыть свои комоды и посмотреть свои семейные архивы. На самом деле мне и семейные архивы интересны. То есть и мне очень много присылают снимков, где просто люди на фоне какого-то здания, допустим. Да, меня люди не сильно интересуют. Меня интересует именно тот фон. Да, для них это, для людей это ценность как семейная реликвия, для меня это историческая ценность. И вот тоже часто шлют какие-то очень интересные вещи. Вот, казалось бы, кто бы мог подумать, что человек просто стоит на фоне улиці робочі, допустим, де просто ще проселочна дорога. Його просто тут ще немає, ще вона не асфальтована, нічого. Там заводоуправління є чи Південмаш? Ні, це якраз в сторону вниз, там, де ще частний сектор. Там просто як був поселок, не узнати совершенно. Єдине, що якщо б не трамвайна лінія, яка збоку, можна було б і не догадатися, що це робоча. То есть со временем вот эта семейная фотография стала ценна не только для людей, которые чей родственник зображен на этом снимке, она и в том числе и таких исследователей, как я, стала. Например, там кримські віни, які були 90-ті популярні, і зараз є там мурали. Сейчас, даже, опять же, цветные 90-ті, это уже очень тоже ценный. Оптовый ринок, подивитися, чи дуже цікаво, як виглядало місто. Исторический, да. Даже уже середина 2000-х во многом, многие фотографии середины 2000-х многое могут рассказать. Например, тот же, как строились башни, да, вот мы с вами вот такого возраста, мы сами это помним, в принципе. Да, как они там вырывали. А людей, которым сейчас вот 18 лет, которые тоже взрослые, по сути, люди, они этого не видели никогда. Потому что их строили. Они завжди были башни. И казалось бы, вот, это же еще вот, это цветные фотографии, это было совсем недавно, а уже для кого-то имеє це якусь інформаційну історичну цінність. В будь-якому випадку вам це цікаво, і ви будете і далі продовжувати знаходити щось невідоме, щось цікаве для міста і викладати, і дніпряни зможуть цим знайомитися. Я бачу інтерес у дніпрян к моїй роботі, тобто к моєму стилю подачі інформації, к інтерактиву. І да, мене це во многом стимулює продовжувати. І я буду в першу чергу вести зараз телеграм-канал. Блог я тоже по возможности буду вести, но сейчас я больше внимания уделяю все-таки проекту World Maps, потому что у нас, с культурной столицей договоренность, что я до конца года должен определенное количество материала выложить, отчитаться, то есть это тут уже какая-то есть у меня... Ну, відповідальність. В будь-якому разі вам велике спасибі і... Містяни, я особисто, ми чекаємо від вас нових знахідок, нових фотографій і нової старої історії нашого міста. Спасибі. Сьогодні в гостях у нас, кому цікаво, знаходити в інтернеті Артем Костюк, блог, телеграм-канал, підписуйтеся, користуйтеся, знаходите для себе багато нового та цікавого. На все добре, до побачення.